Доброе утро, ребята. Всем привет. Привет. Куда мы сегодня направляемся? Мы сегодня едем на райский остров Рая или Рача. Рача. Ну, короче, в общем, место называют то Рача, то Рая. Еще да, как настроение? Собрались? Там говорят, снорклинг очень красивый, рыбки красивые. Будем нырять? Мы же научились. Путевка нам обошлась сколько, Кать? 3700, взрослый 1000, детский 850. Пробудем там целый день, за нами приехал автобус, завтрака там не будет, будет обед и вечером домой. Все это дело поснимаем. Все, ребята, мы прибыли в перевалочный пункт, нас зарегистрировали, выдали вот такие вот желтые браслетики, детям не стали выдавать. Сейчас идем на лодку, в общем. Я так понял, что на этот остров можно еще и на 2 дня поехать. Там, кстати, на этом перевалочном пункте выдавали браслеты красные, зеленые. Зеленые – это посещение 2 мест, 2 островов, а красные – это с ночевкой. Кажется, так. Ты бы искупалась в такой водичке? Нет. Почему? Она грязная. Согласен. Искупалась бы? Ужас. Мы уселись, не забываем садиться обязательно ближе к мотору, потому что здесь меньше укачивает, там будут сильные волны. В общем, позвоночник весь в трусы осыпется. Ребят, мы прибыли на остров Рача. Рая. Рая. Будем называть его иногда Рая, иногда Рача. 30 минут на самом деле прошло быстро. Никто не успел вот так вот сделать, но мешочки всем раздали. Одна женщина там немного заволновалась, но потом, как увидела остров, сразу же ей полегчало. Очень красивое место, похоже на Симилан, что-то такое, да? Да, вода очень чистая. Здесь посовременнее все это находится, потому что видно, что близко, какие-то близко. Здания, да, находятся это близко. Сейчас пойдем расположимся, покупаемся, поснимаем. Посмотри на этот пластилин белый. Круто, да? 100 бат, 1 чам, 1 person. 100 бат стоит туалет. No, no, you not want to pay. You, please go to toilet at our restaurant. It's free. Идите в ресторан, говорит, там бесплатно. Рая ресторан, ресторан. Пи-пи-пу-пу. В воду не надо пи-пи-пу-пу. Not pay money, okay? В общем, кто идет на снорклинг в 11:30. If you want to go to snorkeling, 11:30. 12:30 ланч. Go to the board, the same board. В час размещение в номера. И в 3 часа сюда обратно, если ехать. Все, сейчас, в общем, переодеваемся, кремом мажемся и идем купаться. Посмотрите на этот белоснежный песок, мука. Ощущение, как будто бы я в каком-то озере чистом. Хочется прям попить эту воду, прям настолько она чистая, кажется. Привет! Привет, киса! Такое ощущение, что вот на островах как будто бы все тучи специально разгоняют, да? Да. Короче, ребята, мы балдеем, нам клево. Сейчас маленечко покупаемся. Больше снимать, наверное, пока тут нечего. Как только, да, куда-то пойдем, сразу же включимся. Сейчас просто поплаваем, побалдеем. Нас высадили на снорклинг. Сейчас я одену аквабокс и отдам им камеру.
Все, ребят, поснорклили. Мне не понравилось то, что вода была мутная и, короче, смотреть нечего было. Я не знаю, что-нибудь там получилось, нет. Единственный момент мне понравилось, Кать попросила, в общем, тайца, он нырнул и там поснимал красивые кораллы. Поснимал красивые кораллы. Я попытался нырнуть, у меня не получается, я всплываю как говно. В общем, сейчас поплавали, сейчас пойдем на обед. Ух, солнышко шкварит. Как вам такой мостик симпатявый? Чтобы по камням не прыгать, сделали мостик такой, смотри. До ресторанов. Here? Yes, yes. Uh-huh. Буфет, да? Буфет. Ресторан. Yes. Столовая. Ребят, смотрите, где мы сидим. Так красиво. Такой красивый вид открывается. Мы выбрали самое красивое место с видом на море. Я выбрала вот такие вот рулеточки. Что это такое? Пробуй. А я себе супчик взяла. Лук? Лук. Ясно. Это так. Тебе? Лук. А вот это что такое? Вот это. Попробуй-ка. Это шишма. Это рыба. Ну что? Вкусно? На природе сидим. Красота. Из этого всего мне больше всего понравился рис. Рис очень вкусный, обжаренный с яйцом, с овощами. И немного томатов. Очень вкусный, сладкий такой. Тебе тоже понравился, да? Рыжий друг пришел к нам под моим стулом. А я еще взяла себе супчик. Под названием как? Том-ям. Вкуснятина. Остренький. Остренький, да? Угу. Да. Вкусно, да? Вкусно. Мне кажется, это самое вкусное. Всего то, что было. Это что, не очень? Не очень. Я дала ей вот это, и она кушает. Сидим, обедаем. Такой вид шикарный, да? Проскакивают такие мысли, да? Да. Где в Гуанчжоу, в каком ресторане с таким видом можно пообедать? Полюсь, ты правда думаешь, что она голодная? Да. А бока ее тебя не смущает? Не смущает. Катя подошла к нашему гиду, попросилась на квадроциклы. Он сказал, пойдемте. Познакомил нас со своей дочерью. Вон она идет, играет. Не может оторваться. Причем он ее пристыдил, говорит. Она говорит, ест, говорит, много, говорит, ей 16 лет. И она вон какая большая, посмотрите. Говорит, сидит, играет, говорит, в телефоне и ест, говорит. Сам, в общем, посмеялся. А он-то, кстати, я хочу сказать, что такой худенький, да, достаточно? Мужичок такой подтянутый. Такси даже есть, смотрите. У-ху, мы еще на такси прокатимся, ребята. Ю! Наш гид нас усадил на такси, говорит, и отправил куда-то, видимо. Сейчас поедем, где квадроциклы. Дорога, смотрите, очень узкая, и только одному можно проехать, ведь друг другу все уступают. О, какая развалюха, еле едет. Все. Аттракцион начался уже. У-ху! Недалеко отъехали от пляжа, буквально вот перекатились на другую сторону. В общем, за большой она просит 1500 бат, за маленький 1000. Мы договорились за 2 больших, 2500. Немного непривычно. Непривычно как? Почему? Потому что надо постоянно подгазовывать. Полина, это наш? Thank you. Смотри, он нам дал. Гид наш подкармливает. Смотри, какую штуку дал. Держи. Можно кушать это? Не знаю, помыть надо мне как-то. Вау! Ты
23. А там море! У-ху! Ну что, как вам первые 10 минут? Вообще классно. Так это в смысле еще не весь путь? Не весь, она предложила сфотографироваться. Посмотри, какой вид шикарный. Вообще шикарный. Пойдем фотографироваться. Вода такая красивая. Я смотрю, тут еще дайвингом занимаются. Вода просто зеркало. Такой вид красивый вообще. Давай быстренько сфотаемся, потому что она нас ждет. Вау, ребята, как здесь красиво, а? Такие камни, да, личные. Да. Вставайте вот сюда на камни, я вас сфотографирую. Ну давай. Фотографии смотреть где? В Инстаграм. Инстаграм будет здесь. И в описании. Все, поехали дальше. Нас ждет наш транспорт. Ребят, смотрите, тут коровы. И огромненские бараны. Кстати, коровы, заметили, все загорелые. Да-да-да. А Полина, кстати, водила сама? Ну, маленечко я ее тоже она дал. Она сама вначале водила. Она у тебя на газ давит? Да, сама. Ну, как тебе, Ника? Какие ощущения? Расскажи. Какие? Какие-то вот такие унылые ощущения. Унылые. Вау! Она нас, в общем, остановила, сказала, здесь, говорит, большой пляж, пойдемте покажу. Классно. Музыка русская играет. Тут да. Что-то прям по-русски все говорят, там что-то там. Бесконечность. Название пляжа Siam Beach. И говорит много-много русских здесь. Мне этот остров очень нравится тем, что он большой и разнообразный. Можно перебраться с одного пляжа на другой пляж. И виды меняются, просто ты такой, о, вау, 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 да? Да. Круто вообще, там мне так нравится. Там прям... Посмотрите, здесь пляж. Песок. Очень мелкая, мелкий такой подход к воде. Видно, что прям практически никто не купается, все лежат только. Все лежат в водичке, мочат свои попки. Играет музыка на заднем фоне, в принципе, не грязно. Чистенько так хорошо. Надо было сюда прийти. Ой, вода здесь прям горячая. Здесь вода теплая, видимо, потому что очень мелко. Клево, ребята, вообще здорово. Настроение. Вот эти квадроциклы, они прям подняли нам маленькое настроение, да? Как-то разнообразили наш именно пребывание на этом острове. То есть мы посмотрели этот остров со всех сторон. Очень клево. Закончили? Мне понравилось само вести. Ну это понятно. Никусь, тебе понравилось, нет? Аттракцион. Да. Самое интересное, когда дети наши вели. Я вообще уже сидел такой, сижу. Она сама ведет. Единственный минус, что она не может до тормоза дотянуться. А так, в принципе, она может сама вести. Все, время, к сожалению, закончилось. Быстро для нас. Держи. Время пролетело незаметно. В 3 часа сказали прибыть к пирсу, а то лодка уедет, и мы останемся ночевать здесь. Что-то мне прям не хватило. Тебе хватило, нет? Я бы еще на пару дней тут осталась. Не, ну я бы до позднего вечера бы точно бы остался. Никусечка моя, холесечка, давай. Спасибо. Помощница, молодец.
немного покупались. Здесь, кстати, тоже с маской поплавал. Рыбы есть, но очень мало, поэтому ты не знаешь, стал включаться. Там рыбы есть. А там мы видели морских ежей, Катя нашла морских ежей. Два больших под ежа. Камнем они прям спрятались, такие поглядывают, типа, кто на нас наступит. Слушай, Вероника такая трусиха, я к ним приблизился, такой, ну, полю не показываю, говорю, вон там, говорю, ежи. Вероника такая, папа, руку далеко не пихай. Все переживает. Так, пойдем нашу лодочку найдем. Время подходит, видимо, уже к убытию. Все потихонечку подходят, уезжают. Остров пустеет. И, в принципе, такая же история, как с семиланами, повторяется. То есть после пяти, наверное... Здесь народу больше остается, потому ну, что здесь отели. Да, согласен. Но все равно здесь будет такая... Уединение какое-то такое будет. Да, думаю. Так, все, ребят, на лодку. Потом расскажем свои эмоции, впечатления. У девчонок поспрашаем, да? Девчонок вообще море впечатлений. Приехали в наши апартаменты. Тут такие страшненькие курочки нас встречают. С худенькими ножками. Что у вас кушать-то? Вы хоть яйца-то умеете откладывать? Алло. Вы куда? Стыдно стало? Ушли. Представляешь, стыдно стало. Есть нечего. Суповой набор, ходит одни кости. Как только ребята подошли к офису, сразу стоит автобус. Он нас уже машет. Давай, заходи, заходи. Да. Скорее. Ну, в общем, он прям доволен, то, что мы быстренько заскочили. Мы не успели даже переодеться, снять купальники, попить воды. Ну, то есть вообще сразу запрыгнули в мини-бас и буквально через 15 минут уже дома были. Время 4:30, мы уже дома. Отлично. Отлично провели день. Да, лицо красное, здорово. Да? Красное. Надо, в общем, покупать головной убор, потому что это невозможно. Девчонки сегодня целый день были в головных уборах, и у них прям мордашки не это. Не красненькие, не подрумянились. Полина спряталась. Ну что, устали, девчат? Чего вы такие грустные? Устали? Устали? Ну давай, расскажите. Кушать? Сейчас пойдем покушаем. Давай, как всегда, что тебе больше всего понравилось в поездке? Мне понравилось купаться. Купаться, а еще? На лодке. На лодке? Что на лодке? Плыть на лодке? И смотреть на море. Смотреть на море? Еще что? Расскажи сама. Песочек белый мягкий. Как пластилин. Да. Ну ладно, Полюсике дай маленько рассказать что-нибудь. Полюс, тебе что понравилось? Расскажи, пожалуйста. Мне понравился мотоцикл, купаться, смотреть рыбок. Еще. Вообще молодец, она прям на газ давит, такая прям едет. И, кстати, она прям очень хорошо научилась плавать. Она прям с маской вообще прям подружилась. И прям не снимает. И я смотрю, рядом китайцы плавают в жилетах, им неудобно, у них маска. Жилет торчит вот так вот, они так пытаются посмотреть, вообще ничего не получается. И рядом ребенок плавает без жилета, с маской. Под ногами нету дна совершенно, то есть свободно держится на воде. Ну... Что мне понравилось? Мне очень понравился этот остров. Это такой, типа, облегченный вариант семиланов. То есть очень понравилась дорога короткая. Хоть и вначале трясло нас, да, но на обратном пути прям волны успокоились, и мы прям спокойненько доехали. И ехать буквально минут 20-25, наверное, да? И приезжаем просто в райское место, как семилан и так далее. Семилан дольше ехать, поэтому... Дорога маленечко изматывает. Ну и, конечно, виды, вода, это вообще прекрасно. Тебе что-то, может быть, отдельное что-то есть? Мне понравилось то, что на этом острове очень много локаций. То есть можно на один пляж поехать, на другой пляж поехать. Если в сравнении с семиланами, то семиланы более дикие, более безлюдный такой остров. Здесь более обустроено все такое. Ну да, гостиницы стоят, коммуникации видны какие-то. Такси даже есть. Ну все, ребята, поездка нам очень понравилась, мы рекомендуем. Ну все, как обычно скажем, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!